Очень хорошо, что в Соболевском районе большая энергия у самих жителей. Целый ряд инициатив со стороны местных предпринимателей уже реализуются. Это фермер, которого мы посетили, который постепенно начинает выходить сейчас на устойчивое функционирование. В этом году ему выделены средства для строительства убойного цеха и цеха по переработке молочной продукции. Сейчас необходимо решить последние формальные процедуры, связанные с разрешением, и он уже запустится в работу. Хочу еще отметить тоже предпринимателя, который занимается сбором и переработкой дикоросов. Очень интересный подход, очень динамичный, уверен, что это тоже та перспектива, которая может очень хорошим подспорьем выступить для жителей Соболевского района и для других районов. Я считаю, что этот проект можно рассматривать как один из модельных.